Владимир работает дворником 25 лет. Территорию вокруг 43-го дома на проспекте Космонавтов он убирает вместе с супругой исправно. Но весной приводить двор в порядок становится все труднее. Всему виной припаркованные на газонах машины. Очень мешает, потому что грязь идет на асфальт. Они приезжают это на колеса, все. Приходится заметать все это, по-новому, скрести лопаты, потому что засыхает. Сотрудники Адмтехнадзора ежедневно принимают жалобы от королевцев и выезжают на места неправильной парковки. Они фотографируют номера автомобилей и отправляют правонарушителям письма счастья. Согласно законам Московской области, о благоустройстве Московской области запрещается размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, детских, спортивных площадках, цветниках, газонах. За данное правонарушение собственникам транспортных средств грозит административный штраф. За парковку на газоне гражданин должен заплатить от 1 до 5 тысяч рублей, а юридическое лицо – от 30 до 100 тысяч. В прошлом году в Королеве квитанции на оплату штрафа получили владельцы 400 автомобилей. В этом зафиксировано уже около 100 нарушений, и число растет. В Московской области наш город на третьем месте по количеству парковок в запрещенных местах. В ближайшее время в территориальное дело поступят паркнеты. Это специализированное устройство, с помощью которого будет производиться фотофиксация правонарушений, и письма будут генерироваться автоматически и отправляться автовладельцам. Дорогу жизни проложили автолюбители вдоль улицы Горького. Перед домом 22/10 на проспекте Космонавтов на газоне машины оставляют и зимой, и летом. Сознательные владельцы ищут места для парковки, но сделать это все труднее. Приходится не около подъезда ставить, а по удалению подъезда. Но все равно я на газоне не паркуюсь. Не знаю, какой-то жизненный кредо, наверное, что не парковаться. Во время объезда сотрудник Адмтехнадзора Александр Легконогих пообщался с нарушителями. Жильцам 8-го дома на стадионе, как и всем, не хватает благоустроенной парковки во дворе. Смотрите, сейчас в данный момент место есть парковка. Где? Ну, вот ладно, край проезжей части. Парковка. Ну почему? Смотрите, вот у меня с края проезжей части уже эвакуировали машину, поэтому я эвакуирую где-то во дворах. Можно, наверное, как-то пройти, проехать подальше, найти место, где разрешена парковка. Я думаю, что надо делать больше парковочных мест. Сколько строили у нас стоянок, машины, места. Но почему-то это все занимает торговые площади. В городе действует программа благоустройства дворов. В нее попадают дома, жильцы которых чаще всего обращаются в муниципалитет с просьбами навести порядок в их дворах. Евгения Ромашова, Тимур Маметов, Лариса Возинская, телекомпания «Королев ТВ».